Известный петербургский дизайнер Татьяна Парфенова стала одним из членов жюри конкурса «Звезда удачи», учрежденного группой строительных компаний ЦДС. Татьяна Парфенова не только модельер с мировым именем, она работает и с эксклюзивной мебелью, и с фарфором, и даже пишет книги. Творчество, оно нужно везде, даже вот в таких суровых и, казалось бы, совершенно на первый взгляд, абсолютно каких-то правильных профессиях. «Звезду удачи» строительная компания ЦДС проводит уже второй год. И все это время проект активно поддерживает Комитет по образованию при правительстве Санкт-Петербурга. А теперь в связи с расширением географии проекта и власти Ленинградской области. Именно семья должна поддержать, ободрить и не дать возможности ребенку забояться публичного выступления. Стать участником «Звезды удачи» просто. Нужно выложить на сайте будущее сегодня.рф свою творческую работу или пройти в одну из суббот кастинг в здании Ленфильма.